Меня Бериков Чингис Николаевич. Родом я из Калмыкии, из Яшкинского района. Проработал, точнее, школу заканчивал в Солнечном, поселок Солнечный, номер 15. Затем уехал в Москву, учился в УЗИ, закончил и какое-то время проработал здесь, в коммерческих организациях в Калмыкии. Там было такое общество инвалидов «Надежда», работал там экспедитором во время учебы. А в дальнейшем, после окончания вуза, работал в прокуратуре, трудовую деятельность в прокуратуре начинал в Читинской области, город Краснокаменск, был там следователем. Затем перевелся в Москву и уже с 2001 года работал все время в Москве, как в прокуратуре московской, в дальнейшем после реорганизации в Следственном комитете города Москвы и других организациях. Ну, вышел на пенсию в прошлом году, занимался общественной деятельностью и возглавлял в последнее время общественную организацию. Клуб калмыцких землячеств «Улан Золота», которая объединила в себе все движения, молодежные и немолодежные, которые связаны были с Калмыкией, и все проекты последние в Москве организовывали. В рамках этой организации уже «Улан Золота». И в апреле месяца этого года на общем собрании было принято решение выдвижения меня в качестве кандидата на пост постоянного представителя Калмыкии в Москве. С этого момента подал документы. Ну и вот ждал принятия решения. Удивлен, что такое решение было принято в мою пользу. Ну, скажем так, не ожидал. Ну, задачи, во-первых, исполнять указания непосредственно моего руководства, представлять интересы Калмыкии в федеральных органах, различных уровней. Имеется и региональных московских структурах, потому что задачи большие поставлены. Сейчас с главой пообщались, он определил, что работа трудная для меня, скажем так, будет много нового, но постараюсь оправдать возложенные надежды. Ну, вообще, старший в госслужбе сколько? Более 20 лет.